Трагическая школьная линейка, которую не забудет никто. 3 сентября в российских городах проводят митинги. В день солидарности в борьбе с терроризмом ученики и педагоги школы номер 47 вспоминали о жертвах теракта в Беслане. 17 лет назад праздничная линейка у школы номер 1 в Беслане закончилась трагедией. Боевики захватили в заложники 1128 человек. Без еды и воды дети и взрослые 3 дня находились в плену. В эти дни мы вспоминаем ушедших, безвинно убиенных. И я хотел бы в этот день сказать «Царство небесное всем ушедшим, земля пухом и вечная память». Жители городского округа сегодня возложили цветы к скорбящему ангелу, мемориалу в память о погибших. Священники совершили за упокойную Литию по жертвам теракта, а ими стали более 300 человек. Это дети, их родители и те, кто участвовал в спасательной операции. Все беды у нас происходят от того, что у нас нет любви. Мы сегодня молимся Богу в эту трагическую память, чтобы у нас, у всех, у взрослых, у вас, дети, у всех у нас была любовь. Будет любовь, будет все. Теперь детей с малых лет учат быть не только толерантными друг к другу, но и соблюдать меры безопасности, чтобы трагедия в Беслане никогда не повторилась. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.